Мечталась, мечталась, где не гадала. Грубая лошадь, чистокровная лошадь, украла. И ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правда, поломанный гроб. Чистая правда со временем восторжествует. Если проделать то же, что упоет, часто разлив 170 граммов на брата, ты же не знаешь, куда на ночлег попадет. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядя по коням твоим правил коварную ложь. Глядя на часы твои смотрят коварную ложь. Глядя на штаны твои носят коварную ложь. Це почалося з того, що до нашого міста завітав народний артист України Олексій Горбунов із виставою «Чорна шкатулка». Сьогодні ми маємо унікальну можливість не просто подивитися виставу із знаменитим актором, а ще й поспілкуватися із зіркою і подивитися репетицію. Синие флаги зажжены не про нас. Больно, больно я воля, ни о чем не грущу. Вздохом в чистое поле я себя отпущу. Но откуда на сердце вдруг такая тоска? Эта жизнь уходит сквозь пальцы желтой горстной песка. Милый Боже, теперь, когда уже все самое страшное позади, исполни для меня еще одну просьбу. Сделай так, чтобы он сегодня был трезв. Внуши ему это. Заведи его в наш сад. Там сейчас цветут белогонии. Шепни ему на ухо, нарвуй большой букет, нарви большой букет. И пускай он приедет ко мне. Ты помнишь, Господи, сюда ходит 25-й, это я так тебе говорю, ты не забыл. Верни ему его спокойный ясный взгляд, Господи, который ты замутнил, сам знаешь почему. Господи, ну пусть он не будет таким одиноким, если мы можем быть вдвоем. Пускай он не будет таким одиноким, если мы можем быть вдвоем, Господи. Пусть он не будет таким одиноким. Все, мало, как я одел гитару. И все, один раз, есть одинок. Доходится любовь. Запытала, запытала, як би знала, в кого я гляде. Всі кругом паруються, а до мене так ніхто не йде. Чого тебе? Чого ми? Тетя Валя. Ты хвалишься, скажи, я одна, я так боюсь. Могу страхом душу долгую.
планках ты не единый человек. Шипану пахали-хали, сказала тетя Валя. Спектакль «Черная шкатулка», автор Людвиг Ашкенази, это очень известная вещь, которая была написана после Отечественной войны 41-45 год. Значит, Людвиг Ашкенази, он жил в Праге, вот, и когда, значит, ну, война уже заканчивалась, он даже в движении там партизанском, ну, в сопротивлении, движение сопротивления против фашистов, он участвовал. Потом война закончилась, он жил в Праге, творил, писал. Пришли советские танки в 68-м году, и он уехал в Германию. Он стал диссидентом, естественно, против Советов выступил и похоронен, по-моему, в Германии. В общем, эта вещь «Черная шкатулка» была написана после мировой, Первой мировой войны, 41-45 год, повторяю, в Европе. И все, что происходит в этих... Это маленькие белые стихи, где речь идет о войне, о детях, о женщине, о любви, о потерях, о надежде и о жизни. Это очень простые слова. Но поскольку сейчас мы переживаем нечто подобное, что переживали люди в то тревожное, тяжелое время, поэтому эти тексты сегодня обрели новое звучание. И сопровождаем песнями Окуджавы, Высоцкого, украинские народные. И даже там две песни свои на слова Александра Кабанова, да, русский индеец. Вот. И группа «Грузпилота». На сцене вы видели. Все просто. Музыканты, все живое. Я читаю стихи, читаю тексты Ашкенази и поем песни. Все предельно просто. То есть форма спектакля, которая рассчитана для детей 10-летних, для бабушек, дедушек до 80 лет. Всем все понятно, все просто. Вот так, поэтому, собственно, у нас премьеры. Мы тут с волнением сейчас будем выступать в Николаеве. Во-первых, очень театр. Я обожаю русский театр. Вот в Украине столько хороших маленьких театров. Вот Кропивницкий я обожаю, он похож чем-то. Николаевский театр вот очень мне нравится. И в Днепропетровске мы уже играли. Он побольше, правда, театр имени Горького. Но, в общем, это в этих местах есть все театральное, настоящий дух, атмосфера. Зал. Я почти 9 лет у Олега Меньшикова в Москве в театре отработал. И два спектакля я играл. «Кухня» и «Игроки» Николая Васильевича Гоголя. За что я ему безумно благодарен. Потому что 8-9 лет, извините, на сцене театра Моссовета играть. Где Великая Раневская, Плят и многие другие великие актеры играли. Это, конечно, дорогого стоит. Я ему очень благодарен, потому что я вернулся на сцену. У меня был перерыв 10 лет. Или 11. И вот Меньшиков, когда меня взял в театр, я спустя 10 лет снова стал играть. И очень за это благодарен. Сейчас у меня опять перерыв был. Почти вот 7 лет, 6,5. Я не играл. Но поскольку время тревожное, все поменялось в жизни. Там одну жизнь бросил, другую жизнь начал. А мне 55 лет, и все с нуля начинать тяжело. Но, с другой стороны, это безумно интересно, поскольку у тебя вдруг открываются ворота, которых раньше никогда не открывались. У меня по 5 картин в год было. Мне некогда было там не то, что там ребенка увидеть моего. Съемки. А театр дает возможность все-таки повнимательнее посмотреть на зрителя, послушать сердце и, например, начинать петь те песни, которые зал тут же подхватывает и поет вместе с тобой. «Утесова» с нами поет весь зал. И как бы для этого еще тоже мы хотели вернуть вот то настроение кухонное, когда раньше мы сидели на кухне, пили чай или портвейн и пели Цоя, например, под гитару. И все знали слова, и все пели. И это давало нам какой-то жизненный заряд. Скажите, вот этот проект, это те самые ворота новые, о которых вы говорите? Ну, я не знаю, это, ну, для меня да, потому что, во-первых, музыканты группы «Грузпилота», мы 10 лет уже сконцертируем, у нас третий диск уже записан, но на сцене они первый раз, для них это тоже огромный опыт, так что это для всех открытие ворот. Мы сейчас со «Шкатулкой» очень много будем ездить. Мы истосковались по театру, по сценам и приблизительно понимаем, что сегодня хотят люди. И нельзя делать большие цены на билет. Это принципиальная позиция. Если вы посмотрите на некоторых гастролирующих артистов, сравните их цены и наши цены. А я смею думать, что я все-таки известный артист. Я народный артист Украины. И мне иногда обидно, что какие-то попсовые артисты в 3-4 раза цены делают дороже, и у них все разлетается. Это каким образом они продают, что за зрители к ним ходят? Загадка.
Мы собираем зрителей, которые истосковались по театру. Наши зрители – это военные, учителя, инженеры, молодые бизнесмены, обаятельные, честные, чистые люди. И молодежь, я надеюсь. Что вы хотите, чтобы в результате осталось в сердцах и умах вот тех зрителей, которые придут на «Чернушку»? Я не знаю, что осталось. Мне хочется, чтобы атмосфера была доверительна, как раньше это было на кухне. Повторяю, вся атмосфера сводится к тому, чтобы можно было тихо разговаривать, тихо петь, и люди тебя слышали. И по той тишине, которая в зале, ты понимаешь, насколько ты попадаешь к людям в душу или не попадаешь. Это очень быстро определяется, особенно в театре. И сцена – это не кино, соврать тут сложно. Ну вот, попадаешь, не попадаешь в душу. С чем хотите попасть в душу? Не знаю, Кица, для меня, я давно в том возрасте, что мне хочется, чтобы людям было просто светло и радостно, чтобы люди, скажем, не ломали себе голову, хороший спектакль или плохой спектакль, а что просто эмоционально, если это их трогает, вот чтобы это происходило, там, скажем, что происходило со мной, когда я первый раз «Черную шкатулку» открыл первокурсникам. Вот так текст, это был 81-й год, и до сих пор эти тексты меня преследуют. И вот я спустя 35 лет решил сделать то, что я на первом курсе в институте делал. То есть... Потому что наша жизнь так сложилось, что сегодня это по новой меня, дядю взрослого, 55-летнего, пробивает так, как меня пробивало в 19 лет. То есть литературная идея – это ваша идея, Ашкенази – это ваша идея? Да, наверное, да. Ну, не моя идея, это идея судьбы и Бога, наверное. Мы же давно, наши судьбы уже написаны кем-то сверху, поэтому все, где вот как написали звезды, так оно видно, и время пришло так и сложилось, как надо. Наша группа живет для того, чтобы показывать нормальным, простым людям, которые давно не слышали светлых, тихих слов о любви, о надежде, о детях и о светлом небе. Все. Для счастья же надо очень мало. Мы же сейчас это понимаем. Чтобы все здоровы были, живы. Мирное небо, и чтобы мы лучше думали о том, как страну восстанавливать, а не как еще раз нам помогать армии, чиновникам и бороться. Этот ужас и бред. Поэтому это маленький островок, я надеюсь, о котором все тоскуют, «Черная шкатулка». Тем более с таким автором. Спасибо большое и удачного спектакля. Спасибо. На снаге. Надеюсь, понравится. Вы же в зале будете? Конечно, конечно. Розмови з такою цікавою людиною є над чим замислитись. А чи буде над чим замислитися, якщо ми подивимося цю виставу? Що ж, продовжуємо наші театральні досліди. Третій дзвінок. Уважаємо зрителі, пожалуйста, займіть свої місця в зрительному залі. Ми починаємо. Однажды я встретил девушку, темноволосую худенькую девушку, я ее знаю давно. Она напоминает мне мудрую ирландскую Колли. В руках она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой. Вместо сумочки я ношу с собой весь свет, сказала она и пояснила. Это мой конек. У каждого из нас свой конек. Я пригласил ее в кафе высоко над Прагой. Там она открыла черную шкатулку. В ней были фотографии. Просто черно-белые фотографии. Женщина и стена. Негритянская Мадонна. Еврей, выползающий из люка на Варшавскую мостовую. И немец, который чистит пулемет. Старичок-китаец, который впервые в жизни едет поездом. И дети. Дети. Лицо за лицом все смотрели мне прямо в глаза. То были лица наших братьев, наших товарищей. Лица с широко раскрытыми глазами, как окно, за которым кто-то умер. Лица с морщиной, не желающие смиряться. Судьбы,
в потоке света и тени, черно-белые баллады. Как страшно, сказал ей девушке, кричат эти глаза, как страшно, что их уста молчат. Возьмите их к себе, сказала девушка, они и так без крова. Возьмите их к себе, придите домой, растопите печку и разговаривайте с ними по ночам, только ради Бога тихо, они не переносят шума. Я должен перекричать канонаду, сказал я ей. На земле все время не стихает стрельба. Что ж, делайте, как знаете, сказала девушка. Поднялась и ушла. Сама словно баллада вся в черном и белом. Единственная из шкатулки, которая могла уйти и не осталась у меня. Как первая любовь, она сердце сжёг, а вторая любовь, она к первой льёт. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит. Чемодан в руке, а как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке, а как первая война, то ничья вина. А вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя, 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 моя вина. А моя вина, она всем видна. Женщин, дорогая, женщины ждущие, те, которых ждут, дорогая. Если бы мысли было слышно, дорогая, улицы бы захлебнулись в женском крике, молящем о любви, дорогая, молящем о любви. Так что на самом деле все ждут. Все женщины ждут, дорогая. Даже те, которых ждут. Правда? Не отнимайте у женщины сигарету, я вам серьезно говорю.
и первым проносите спичку, не дожидаясь ее просьбы. Они любят любой огонь, даже самый крохотный любой огонь, игру с огнем. Маленькая красная точка, пронизывающая темень. Они любят курить вдвоем и смотреть на вас сквозь облако голубоватого дыма, чтобы знать, как вы к этому относитесь. И достаточно ли вы серьезны в темноте, незаметно переходящей в рассвет. Они вглядываются в вас, освещая огоньком сигареты. Это их фонарик. Фонарик. Иногда у женщины погаснет сигарета. И никого не найдется рядом, кто бы мог снова дать ей огня. Солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноваты в этом ты и я. Закінчилася вистава, сиджу, п'ю каву і думаю, а чи відкрили для себе ті самі нові ворота, про які говорив нам артист на початку, глядачі, які прийшли сьогодні подивитися виставу? Так-так, відкрили. Відкрили чисту, щиру акторську душу Олексія Горбунова і філософськи сповнений гіркоти світ Ашкеназі. Читайте Ашкеназі. Дивіться і слухайте Олексія Горбунова і групу «Грусть пілота».